Какого цвета два шара перед вами? Да сейчас к кому? Я к вам, Кирилл, простите, не назвал вас по имени. Сейчас черное. Да, хорошо. Возьмите, пожалуйста, в руки максимально быстро любой черный шар. Хорошо. Теперь... Хотите знать, что с этим мужчиной? Он зазомбирован. Запрограммирован верить в то, чего нет. Точно так же можно зазомбировать почти любого. Мы расскажем, как. А какого цвета этот шар? Черный. Меня зовут Аарон Гершевич, Аарон Маркович. Ну, и я представляю институт, который называется Махон Лехакех Амоах в Израиле. Это ложь. Мой коллега Ник из университета Торонто, Канада. И это ложь. Мы исследуем нейрофизиологические реакции человеческого мозга на разного рода раздражители. Это тоже неправда. В общем-то, весь этот фильм об обмане. Все ли вы готовы? Это совсем не сложно и очень интересно. О лжи высшего сорта. О той лжи, которая незаметно просачивается в ваш мозг и прорастает там, словно семена. Какого цвета шар на столе перед вами? Вы услышали вопрос? Да, конечно. Вы поняли его смысл? Хотите знать, сколько времени нужно, чтобы абсолютно адекватный человек, находясь в полном сознании, назвал белое черным? Черный. Отлично! Давно, в 1950-м, это назвали промывкой мозгов. А спустя пару десятилетий появился термин «зомбирование». Мы первыми покажем, как это делается. Пошагово. Как заставить человека отказаться от своих убеждений? Как заставить отрицать очевидное? Кого зазомбировать невозможно? Что является противоядием? Об этом действительно стоит знать. Потому что для зомбирования среднестатистического человека, как правило, нужно совсем немного времени. Хотите знать, сколько? Больше, хорошо. 45 минут. Продолжайте вот так. Хорошо. Отлично. Я предлагаю поаплодировать. Это очень сильно было. Вы же помните эту историю? Телевизионный сюжет о том, как в городе Славянск украинские солдаты будто бы распяли живьем маленького мальчика на глазах его матери. Это ложь, причем полная, до последнего слова. Кстати, вопреки скандалу вокруг откровенной выдумки, российский Первый канал даже не удалил этот сюжет со своего сайта. Вот он. Как раз тем временем датирована история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Центр город – это площадь Ленина. У нас горисполком. С одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрались. Как можно поверить в такую чушь? И не говорите, что этот вопрос ни разу не возникал у вас в голове. Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли. Один прибывал, двое держали. Украинцы бы в такое не поверили никогда. Только не говорите, что так не думали. Женщина называлась Галиной Славянской, матерью 4 детей, уроженка Западной Украины. На самом же деле, надо понимать, что такое неприкрытое вранье о выдуманной казни несуществовавшего ребенка – это лишь верхушка очень большого и старого айсберга. Результат целенаправленной, последовательной, многолетней промывки мозгов. Пропаганды. Тоже задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клаптик земли и 2 раба.
Для того, чтобы понять, как зрители российского Первого канала смогли перечеркнуть все, что они знали об украинцах и Украине, а вместо этого поверить в ужасную стопроцентную ложь, чтобы понять, что с ними всеми случилось, мы проведем один эксперимент. Посмотрите, какого цвета пирамидки. Ваше мнение? Обе белые. 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 Конечно, обе белые. Белые. Обе белые? Да. А если серьезно? Обе белые. Убеждены. И снова спасибо этот вопрос. Большое. Что с этим парнем? Ребята, у него проблемы с глазами? Может, с головой? На самом деле, вот что происходит. Посмотрите на пирамидки. Все остальные участники эксперимента – подставные. Они специально все вместе ответили неправильно. А последний, настоящий испытуемый, зазомбирован при помощи определенных технологий. И теперь мнение большинства для него важнее, чем то, что он видит собственными глазами. Впервые этот феномен продемонстрировал еще в 1951 году американский психолог Соломон Аш. В этой группе участников настоящий тоже только один. Необходимо ответить, которая из трех линий равна по длине той, что нарисована отдельно. Настоящий испытуемый — вот этот парень. И правильный ответ сейчас — два. Один. 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 Это же два. Теперь правильный ответ снова два, но все скажут три. 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 И в конце концов испытуемый превратится в зомби. Три. Три. Соломон Аш шокировал мировое сообщество своим экспериментом. Его повторяли множество раз с тем же результатом. При этом кое-что постоянно оставалось за кадром. А именно, сама технология зомбирования. Сегодня мы ее раскроем. Нам нужно человек 20 для первого эксперимента. Интересно, что в 1971-м этот эксперимент провели в СССР с единственной целью – доказать, что советские люди не такие. Начинаем эксперимент. Не получилось. Итак, начнем. Современный Киев. Эксперимент Соломона Аша. День первый. 22 случайных человека по очереди оказываются в группе подставных участников. Они впервые видятся в этой комнате и проводят вместе не более нескольких минут. Причем молча. Это важно. В первый день мы намеренно никак не воздействуем на испытуемых до начала теста. Нам интересно, сколько процентов без дополнительной психологической обработки поддастся влиянию людей, которых видит впервые в жизни. Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Арон Маркович. У нас сегодня 175 человек, мы торопимся. Пойдемте. Автор фильма представляется израильским ученым из несуществующего института изучения мозга. Белый халат, немного экстравагантная внешность, легкий акцент. Так, хорошо. Как настроение? Хорошо? Тест простой для вас, потому что вы просто будете отвечать на вопрос. На самом деле очень сложный. С точки зрения науки. Объяснение сути эксперимента – резко антинаучная и ничем не подкрепленная выдумка. Впрочем, неважно. Верят. Смотрите, вот эта такая смешная лампа, она на самом деле немножко научная. Мы намеренно смешиваем здесь, ну, скажем так, мы влияем на спектр освещения таким образом, что мозг некоторых людей будет воспринимать увиденное по-другому. Речь о цвете, о цветовосприятии. Сейчас вы поймете. Знаете, кстати, обратите внимание на ту самую научную лампу. Ничего, тоже верит. Я говорю не о фокусе. Я говорю о том, когда ваш мозг обманут. Итак, мозг за этим столом, на вот этом месте, всегда настоящий испытуемый. Остальные – одна и та же группа хорошо подготовленных подставных участников, четко знающих свои роли. Важно, что все отвечают строго по очереди.
Мы ввели это правило для того, чтобы испытуемый всегда отвечал последним, уже услышав мнение остальных. И вот как это работает. Отвечаем на вопросы по очереди. Оксан, вы видите этот шар? Да, вижу. И что, можете ли вы мне ответить, какого он цвета? Черный. Хорошо. А Евгения, какого цвета шар на столе перед вами? Черный. Посмотрите на выражение лица настоящей участницы. Она не просто удивлена. Ей страшно, неуютно. Даже проще. Ей страшно. Черный. Хорошо. Ирина, какого цвета шар на столе перед вами? Черный. Федор, шар на столе перед вами, какого он цвета? Знаете, меня... Это, наверное, из... Сомнение Федора тоже часть роли. Он показывает настоящей участнице, что сомневаться – это нормально. Но шар, тем не менее, черный. Или подействовало на ваши иллюзии, или нет. Какого цвета шар? Черный. Хорошо. Ольга, шар на столе перед вами. Какого он цвета? Что ж, мы дадим возможность исправиться, совсем немного надавив. Вы считаете, что он белый. Попробуйте еще раз подумать и ответить мне на вопрос, какой он на самом деле. Попробуйте иногда... Черный. Конечно же, черный. Очень хорошо. Хотите знать, что будет вопрос? Дальше? Теперь я задам еще вопрос дальше. Продолжаем работать. Спрашиваем в обратном порядке. Начнем, Ольга, с вас. А этот шар, какого он цвета? Черный. Очень хорошо. Значит, перед вами два шара одного цвета. Ну, этот темнее. А какой из них темнее? Черный, вот этот, который последний выпал. Отлично. Это последняя слабая попытка сказать правду. Больше мы этого не допустим. Этот шар какого цвета? Черный. Итак, у нас на столе лежит три черных шара, правильно понимаю? Правильно. Евгения, как вы видите, какие шары на столе? Один черный, два белых. А что, если большинство вдруг изменит свою точку зрения? Я спрошу, Федор, вас. Да, ну я сейчас вижу два белых, один черный. Ольга, как видите, вы? Вот сейчас участнику сложнее всего. Два белых крайне и черный посередине. О, только что было три черных. Итак, шары такого цвета, какого захочет большинство. То есть что-то поменялось. В данном случае, какого захотим мы. Хорошо. В первый день эксперимента из 22 случайных участников четверо, даже без специальной обработки, назвали белый шар черным. Да, и тот черный. Хорошо. Итак, посмотри. Оба черные. Оба черные. Хорошо. Это нормально. Психологи считают, что в любом обществе существует 10-15% абсолютно влияемых людей. Тех, кто, как правило, принимает точку зрения большинства, даже если его мнение иное. Мы сейчас проведем очень простой тест. Но обратите внимание на этого парня. Его поведение, скорее, протестное. Все участники до эксперимента заполняли анкету. И данные анкеты подтверждают, в целом, наш испытуемый склонен скорее идти наперекор, чем вслед за большинством. Мы смотрим не глазами, а мозгом. Он не хочет идти на поводу большинства даже в такой мелочи, как выполнение просьбы надеть бейдж. Одним словом, это интуитивно должен быть, да, больше? Да. Но вот его слабое место. Он умен, знает это и стремится оставаться первым в решении интеллектуальных задач. Ну, я понимаю, а что вы? Вы понимаете. Да. Но одно дело то, что как мы воспринимаем информацию, другое, как мы ее обрабатываем. Конечно. То есть мы видим картинку, но так, то, как ты к ней относишься, ну, или то, как ты ее воспринимаешь, это уже совсем другой аспект. Тщеславие, даже такое незначительное, это слабость, которую мы и используем. В данном случае мы сделаем вот что. Четверо из вас отобраны по специальному длительному анкетированию, как люди, которые вошли у нас в десятку, скажем так, самых, ну, людей с самым высоким уровнем интеллекта в Украине. Четверо. И три человека из этой группы — это люди, выбранные случайно. Я уже горжусь. Все, он попался. Ему хочется оказаться не хуже тех четверых суперумников. Какого цвета шар на столе перед вами? Черный. Евгения, какого цвета шар на столе перед вами? Черный.
Это ловушка. Наш испытуемый видит, что одинаково ответили не только четыре гения, но и двое обычных людей. Алексей, какого цвета шар на столе перед вами? Неужели он уступит и тем, и другим? Но ведь шар-то белый. И мне ничего не будет, если я скажу, что он белый. А нет, вам ничего не будет, да, если вы захотите сказать, что он белый. Да, а теперь скажите, какого цвета шар на столе перед вами? Черный. Выходит, от 10 до 15% людей пойдут за толпой всегда, даже без особых методов воздействия. Дальше мы прибегнем к настоящему зомбированию, и вы увидите, что можно сделать с остальными. Меня зовут Арон Гершевич, Арон Маркович. Итак, испытуемые ни в коем случае не должны догадываться, что принимают участие в психологическом эксперименте. Иначе все потеряет смысл. Мой коллега Ник из университета... Нам приходится выдавать себя за иностранных ученых. Эти люди — социологическая выборка, то есть пропорциональная модель Киева в миниатюре. По их реакциям можно будет получить представление о типичной реакции киевлян. Для начала простейший тест, который показывает, что влиянию поддаются практически все. У каждого из вас здесь два конверта. В каждом из конвертов лежит салфетка. Обычная, на первый взгляд, салфетка. Одна салфетка действительно самая обычная, абсолютно обычная салфетка. Но на вторую распылили 16 000 миллилитра парфюмерного масла. Что это значит? Это значит, что там присутствует запах парфюма на нижнем для человека пороге восприятия запахов. 16 000 миллилитра на салфетке. Поэтому вам надо просто определить это. Вам надо расслабиться, понюхать обе, прислушаться к своим ощущениям и понять, какая салфетка там. Пожалуйста, открываем конверты. На самом деле, обе салфетки одинаково не пахнут ничем, кроме бумаги. Где там? Ее хорошо слышно уже отсюда. Какие-то миллиграммы. А может такое, что оно не пахнет, а мне слышится, что пахнет. Запах которого нет, смогли почувствовать 75 человек из 80. Это тоже совершенно нормальное явление. Не поддаются внушению не более 10% людей. Всех остальных зомбировать вполне возможно. Вопрос времени и технологий. Мы покажем, что можно сделать за 45 минут с теми, кто ни за что бы не назвал белый шар черным в первый день эксперимента. Но прежде о самой лжи. Мы собрали киевских студентов разных специальностей, чтобы показать, насколько беззащитен человек перед современными технологиями обмана. И лучше всего это видно на примере телевидения, самого могучего на сегодняшний день средства массовой информации. Здравствуйте. Меня зовут Илларион Павлюк, я журналист и документалист. Сегодня вы участвуете в съемках документального фильма. Я не буду вам раскрывать его название, поскольку сегодня, чуть позже я вам расскажу, сегодня вы пройдете ряд несложных тестов. Давайте пока раздают анкеты, просто по очереди я буду, ну вот, например, начиная с вас, вот с этого ряда, по очереди называйте мне специальность, на которой вы учитесь. Мне очень интересно познакомиться с вами. Фармацевт. Не учитесь. Вчитель музыки и дитячий психолог. А, парикмахер? На будущем актер? Вы? Социальный педагог. Бухгалтер. Актер. Фельдшер. Молодежная сестра. Учитель украинской литературы. Администратор ресторанного бизнеса. Дизайнер. Экономист. Парикмахер. Итак, сейчас вы один раз смотрите видеофрагмент. Обратите внимание на этот сюжет. Дело за покушение на открытое хищение чужого имущества с нанесением телесных повреждений небольшой тяжести. Я был в алкогольном опьянении, мне не хватило денег, я зашел в магазин подсолнух, меня задержали. Искренне
Мы попросили студентов ответить на вопросы, что произошло в магазине и кто виноват в случившемся. Максимально быстро. Выбирайте. Конечно же, абсолютно все посчитали виновником выделенного на видео мужчину, который, очевидно, напал на покупателя у кассы с целью ограбления. Но как же так? Мужчина, сознающийся в нападении, даже не похож на человека на видео. Это же видно. А если посмотреть не на выделенную часть кадра, а вот сюда, становится понятно, что этот покупатель у кассы и есть грабитель, ударивший продавщицу. На самом деле, до наших нехитрых манипуляций сюжет выглядел так. Данный человек в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Я был как на нем опьянении, мне не хватило денег, я зашел в магазин подсолнух, спросил у продавщицы денег, она мне ответила отказом. Мы обязательно объясним, какая связь между экспериментом с шарами и телесюжетами. Важно знать, что механизм, заставляющий человека не замечать лжи по телевизору, тот же, что заставляет назвать белый шар черным. А пока еще один телесюжет. Российский пятый канал об Украине. Впрочем, добровольно сложить оружие и отступить не дают. Команда «Ни шагу назад» действует повсеместно. С теми, кто не хочет стрелять по собственным собратьям, разговор у карателей короткий. Как только какой-нибудь боец из нашего подразделения с такими мыслями покинет периметр этого награждения, я лично стрельну ему как не в затылок, так в голову. В минувший четверг под Луганском... Как это? Украинцы стреляют в спину своим же? И украинский солдат в кадре это подтверждает? Я лично стрельну ему как не в затылок, так в голову. Все просто. Посмотрите интервью целиком. А зараз тут безопасно вообще? В городе вполне. Да? Безопасно, да. А от дивись, тут Life News вчора показував, що заходили ви в будинки, розстрілювали людей. Вот этот момент, смотрите. Інформація такого нет, і я, як житель цього міста, вчора своєму командиру сказав, що як тільки какой-нибудь боєць з нашого підрозділення з такими мислями покинет периметр этого награждения, я лично стрельну йому, як не в затылок, так в голову, як тільки він буде сюди возвращаться. Ви же чувствуете разницу? Мне интересно понять, как... Вот берем тех россиян, которые предпочли верить своему телевизору, а не своим друзьям, братьям, однокурсникам, живущим в Украине, не своим представлениям о мире, которые у него были тоже год назад. Год назад он считал, что нельзя забирать территорию другой страны. И вдруг у него перевернулось все с ног на голову. Да как же это возможно? Что там произошло? Очень возможно, потому что телевизор и вообще масс-медиа, а в особенности телевизор, я все время к движущей картинке, более конкурентен, чем даже личные отношения при помощи телефона с другом. Что это значит? Более конкурентен. Смотрите, человек звонит домой. Человек с Москвы, например, звонит в Харьков и разговаривает с другом. Первое. Сколько они времени говорят? Минута, две, три, пять, десять. Ну, дальше нет. Это сотовая связь и так дальше. А второе. Какой источник информации? Вербальный, слова. Итак, 10 минут – это максимум в день. Сколько действует телевизор, телевидение на те же мозги? Второе. Доказательная база телевизора, я так буду утрировать, может, примитивно звучит, и доказательная база телефонного разговора. Доказательная база телефонного разговора. Ну вот, я знаю, вот там было, проходил сегодня, там был митинг, опять кто-то с кем-то бодрался, бабахали, черти, что происходит. Вся доказательная база. А телевизор в картинках, ярко, в деталях, оторваться невозможно. Как вам удобно падать, вперед или назад? Доктор Олег Чабан. Отлично. Академик, профессор. Один из лучших в Украине психологов и психотерапевтов. И вот сейчас возникнет связь между вашей головой, вашим телом и моим кольцом, моей рукой. Они будут взаимодействовать. Когда рука отходит, она тянет за собой медленно. В нашем эксперименте люди совершенно разного уровня внушаемости. Она начинает отталкивать. Те, кто сейчас покачивается, верят в несуществующее воздействие руки с кольцом. Значит, более или менее внушаемых. Совсем не внушаемых – единицы. При этом мы собираемся подобрать свой ключик и к очень внушаемым, и к тем, кто не особенно верит сейчас в таинственную силу руки с кольцом. Вы же понимаете, что никакой силы нет и быть не может.
Но если вы поверили, она становится для вас реальной. По результатам теста мы делим людей на группы по степени внушаемости. На разных людях мы испробуем разные способы зомбирования. От самых простых до действительно очень сильных. А что такое зомбирование? Зомбирование — это вкладывание определенной программы психологического поведения, моторного поведения. То есть это поведение человека, это закладывание, помимо его воли, закладывание каких-то вещей, то, как он будет воспринимать мир, то, что он будет слышать и то, как он будет действовать. Как в человека можно помимо его воли что-либо заложить? Запросто. Очень легко. День второй. На этот раз мы продемонстрируем пример настоящего зомбирования. Это Кирилл. По специальной анкете, которую заполнил Кирилл, мы сделали вывод, что он не входит в 10% готовых идти за толпой. Смотрите, он готов поверить, что некая загадочная сила вот-вот потянет его назад, но при этом он вовсе не спешит отклоняться. То есть он доверяет своим ощущениям. Нет никаких сомнений, что без предварительной обработки Кирилл назовет белый шар белым и никаким другим. Сейчас мы отключим его способность мыслить критически. Для этого понадобится всего 45 минут. В офисе якобы перебои с электричеством. Это нужно, чтобы между Кириллом и подставными от скуки завязалась беседа. Обязательно должно быть, знаете, светлая часть и темная. Первый этап зомбирования заключается в том, чтобы заставить испытуемого доверять подставным. Это подсознательный процесс. Ему просто нужно оказаться с ними в некой общей ситуации и общаться. Проблема со светом должна помочь. В любой незнакомой или маломальски экстремальной обстановке люди стремятся объединяться. Мы все думаем, что мы действительно абсолютно уникальны, и мы имеем мощные формы защиты в виде самомнения, в виде личного опыта и так далее и тому подобное. В первую очередь мы социальны. Я не говорю, что человек слаб. Это тоже ошибочное мнение. Просто он высоко социализирован. И если он настолько социализирован, он должен как-то расплачиваться за эту социализацию. Посмотрите на Кирилла теперь. Видите, он реагирует на подставных, как будто на старых друзей. Это значит, он временно променял свое «я» на общее «мы». Простите, что так долго. Подсознательно Кирилл сейчас доверяет нашим подставным не меньше, чем вы своему телевизору. Идете со мной, потому что сюда вы не вернетесь уже. Ну и что, что он видит этих людей впервые в жизни? Сейчас он этого не осознает. Перейдем ко второму этапу. Сейчас мы убедим Кирилла, что его новые друзья умнее, чем он. Именно так работает пропаганда. Ложь, которую нужно заложить в голову людям, лучше всего транслировать через всевозможных экспертов, ученых, аналитиков и государственных мужей. Подсознательно мы считаем их умнее себя. Смотрите, как это работает. Итак, на столе задание. Хорошо. Интеллектуального внимание. Теста. Будьте любезны, переверните лист с заданием. На ознакомление и поиск ответа у вас ровно 1 минута, время пошло. Я буду давать обратный отчет. Переворачиваем на 3, 2, 1. Перевернули. Молодцы. Пожалуйста, возьмите ручки и обведите правильный ответ сейчас. Сразу, как только вы сделаете, переверните листик. Оксана, какой ваш вариант ответа? И покажите листочек. Мой вариант ответа 6. Тоже 6. 6. Все подставные Федор, отвечают ваш правильно. Они знают ответы Кирилл, заранее. Какой ваш вариант ответа? 5. Правильным ответом в данном тесте был вариант номер 6. Все точно так же. Это тест номер 2 первого модуля. Вариант 4. 4.
4. Кирилл, ваш вариант ответа? 2. Внимание! Для решения теста номер 3 у вас будет 15 секунд. И вот ключевой момент. Дважды Кирилл ошибался. Как он поступит теперь? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перевернули. Теперь возьмите ручки, пожалуйста, по моей команде. Напишите правильный ответ. Обведите фигуру. Все, он попался. Списывает. Значит, признает безусловную правоту группы. Номер 6. Федор, номер вашего ответа? 6. Кирилл, номер вашего ответа? 6. Отлично. Правильным ответом был вариант номер 6. Кирилл зазомбирован. Это значит, что он верит умному большинству во всем. Скажите мне, пожалуйста, какому из пронумерованных брусков равен по высоте брусок без номера? Правильный ответ – 3. Номер 2. Вся группа будет отвечать одинаково неправильно, до единого. Мне вообще кажется, что это каждый раз в один и тот же второй достает. 2. Это невероятно сильная технология. Стоит один раз поверить, что другим виднее, и вы станете, не задумываясь, верить им во всем. Кирилл, какому из пронумерованных брусков равен сейчас по высоте брусок без номера? Второму. Все. Мы закончили. Считаете, когда дело дойдет до шаров, Кирилл придет в себя? Ошибаетесь. Точно такой же формат задания. Отвечайте мне по одному, хорошо? Вы готовы? Строго по одному, в том же порядке. Какого цвета шары перед вами? Все 3 черные. Евгения? Черные 3 шара. Автандил, какого цвета шары перед вами? Все 3 черные. Все 3 черные. 3 черные. Все 3 черные. Кирилл, какого цвета шары перед вами? Черные. Хорошо. Это и есть зомбирование. Мы вложили в голову Кириллу нужные нам установки, заставили его дорожить мнением абсолютно чужих людей и поверить, что им можно доверять больше, чем себе. И вот результат. Оксана, какого сейчас цвета шары перед вами? Оба черные. Заметьте, ни в тесте с брусками, ни сейчас мы не говорили, чей ответ был правильным. Оба черные. Оба черные. Оба черные. Оба черные. Но незаметно для Кирилла мы внушили ему, что шар черный. Кирилл, какого цвета шары перед вами? Черный. И хорошо. Он верит этому больше, чем собственным глазам. Точно такой же порядок и дисциплину ответов. Какого цвета шар перед вами? Киевские студенты, которым мы демонстрируем видеозапись эксперимента, не могут поверить в реальность того, что видят. Мне кажется, это прикол какой-то, честно же. Нет. Вы же видите, я в кадре, я проводил этот эксперимент. А там нет монтажа, нет? Здесь все достоверно. Что ж, доведем начатое до конца. Один шар, белый. Никаких черных нет даже рядом. И простейший вопрос. Какого он цвета? Кирилл, какого цвета шар перед вами? Черный. Многие студенты совершенно убеждены, что они бы так не сказали никогда. Но он же видит, что белый. Он же видит, да, что он белый. Зачем он думает, он что в чем-то тут двух. Потому что для человека крайне важно... Какое-то мнение. Не отрываться от толпы, наверное. Быть социальным существом. Но у меня вот вопрос, ребята, кто бы ответил тоже, что черный, а не белый? Вот я бы сказала, что белый. Ну, скажите правду. Вы бы сказали. Я бы сказала. Из тех студентов, которым мы показывали наше видео, получается, те, кто кричал «никогда я так не сделаю», они уязвимы, те, кто Конечно. Сказал? Конечно. Человек, который выставляет кремень защиты в виде «я абсолютно прав», потому что он говорит правду, он такой же уязвимый, даже больше уязвимый, потому что он выставил тот блок, который против него может и сработать. Согласитесь, ведь я могу точно так же присоединиться и в этой же группе, я могу его похвалить.
сказать, что ты единственный человек, который правильно сказал. Ты сказал искренне, ты молодец, ты гениальный. А они все, а он же не знает, что постановые, они там тупые, они негодные. Мы с тобой наконец-то увидели истину. А все до этого 100 человек говорили на белое, черное. Поэтому продолжаем эксперимент. Фух, как ты мне понравился. Давай, все, я его присоединил к себе, этот кремень. И теперь достаточно группе сказать, что на черное, черное, чтобы человек засомневался в том, что он сказал, он сработает на меня. Его мощь сработала против него. Сейчас. Между тем, финал эксперимента шокирует еще больше. Мы кладем шары непосредственно перед испытуемым и просим его отвечать первым. Так, подтвердите мне, что какого цвета эти шары? Сейчас. Сейчас, они все время этого цвета. Сейчас белый и черный. Сейчас белый и черный? Да. Вы только что говорили, что этот шар черный. Там было черный. Хорошо. Он словно сумел выйти из-под нашего воздействия. Хорошо. Вот это. Какого цвета вы видите эти шары? Оба черные. Евгения? Черный. Черный. Сейчас мы снова активируем заложенную в него программу. Какого они цвета? Оба черные. Федор, какого цвета эти шары? Черные. Какого цвета два шара перед вами? Да сейчас к кому? Я к вам, Кирилл, простите, не назвал вас по имени. Сейчас черное. Да, хорошо. Возьмите, пожалуйста, в руки максимально быстро любой черный шар. Кстати, хорошо. Кириллу 37, и он предприниматель, теперь... занимающийся полиграфией. А какого цвета этот шар? Черный. А как вы считаете, Оксана? Там белый, там белый. Тихо, отвечаем по очереди. Евгения? Там белый. Сандра? Ну, этот белый. Хорошо. Что за я вообще за... Антон, какого цвета этот шар? Белого. Ирина, вот этот шар какого цвета? Белый. Федор? Белый. А вы мне покажите еще раз, где черный шар, где белый. Этот? Какой? Да, черный. Хорошо, а людей настолько же или более внушаемых, чем Кирилл, среди киевлян 33%. Каждый третий. А ведь это был не самый сильный метод зомбирования. Мы только начали. Ну как можно человека, вот вы говорите, запросто? Что значит запросто? Вот я вроде же, я вменяемый, все слышу, вижу. Что, как вы меня вложите в программу? Как это работает? Работает на всех уровнях. Ну, не знаю, насколько это позволит ваша камера. Если я вам протягиваю руку, здравствуйте. А я же не предлагал вам здороваться. Зачем вы сделали движение к моей руке? Мы что, договорились, что мы так будем делать? Нет. То есть правильно? Но мы уже сделали движение, которое есть без правил. Эти правила мы не оговаривали, они общеприняты. Смотрите, я сделал движение, вы сделали движение, я к этому движению могу присоединить еще что-то, еще какую-то идею. В конце концов, я могу понести идею, с которой вы согласны. Я могу сказать истину очень простую. Я скажу одну, вторую, третью, четвертую, а потом... Работа НЛП, пятая, будет явной ложью, но вы автоматически присоединитесь. В конце концов, я начал размахивать руками и уже вас привлек. Я говорю громко, у меня меняются интонации. Я делаю какие-то движения и так дальше. Вам становится интересно. Вы же смотрите, я учу своих сейчас пациентов, это точно вырежете, и вы вырежете, и все вырежут. Не смотреть телевизор. Не смотрите телевизор. Потому что вы, ваш мозг не конкурентен с картинкой. Только что украинская штурмовая авиация нанесла удар по городу. На прямой связи по телефону наш корреспондент Алексей Репин. Вы обратили внимание? Все, как и сказал доктор Чабан. Громкий голос, тревожные интонации и идеи, с которыми невозможно не согласиться. Алексей, приветствую вас. Примерно минуту 7-8 назад в небе над Луганском был самолет. Он шел на довольно-таки большой высоте. И вот буквально через несколько минут... Вы же не станете спорить, что бомбить центр города – это плохо? Этот самолет нанес удар по зданию администрации Луганской Народной Республики, в результате которого один человек погиб, есть несколько раненых. Как минимум, вы будете слушать это сообщение с ощущением тревоги. А это именно то, что нужно, чтобы вы не заметили вот этого. Украинских шевронов на рукавах якобы боевиков ЛНР. Или вот этого. Украинского флага перед якобы зданием администрации сепаратистов. Или вот, послушайте. Администрация находится в самом центре Луганска, густонаселенный район, там всегда многолюдно. И несмотря ни на что,
нанесен удар с воздуха. А теперь всмотритесь. Может ли вот так выглядеть густонаселенный самый центр города Луганск? А вот еще несколько кадров, которые Life News вырезали из сюжета. Здесь особенно хорошо читается густонаселенный центр. Потому что на самом деле это ложь. На видео обстрел луганской погранзаставы боевиками. И люди в камуфляже — украинские пограничники, а вовсе не боевики ЛНР. Но тревожное сообщение о бомбардировке густонаселенного центра, эмоции этим вызванные, делают свое дело. Зритель верит. А луганская администрация, занятая сепаратистами, выглядит, кстати, вот так. Если у вас просто знакомый в Луганске, и этот знакомый вам что-то скажет, почему вы должны ему не верить, а не верить своим глазам, не верить тому, той картинке, которая показывает вам телевидение, о чем говорит радио, о чем вы читаете в газете, о чем говорят ваши политики, о чем говорят абсолютное большинство деятелей культуры, то есть bandwagon effect, то есть действительно общенациональных лидеров мнений, а верить какому-то приятелю из Луганска, которого вы видели последний раз 10 лет назад. Мы пригласили профессора Киевского института журналистики Валерия Иванова, чтобы обсудить с ним вот этот сюжет. Это фрагмент документальной программы российского канала НТВ «13 друзей хунты». Так вот, если смотреть фрагмент внимательно, кажется совершенно невероятным тот факт, что миллионы россиян поверили в это, вместо того, чтобы расхохотаться. Именно в этот момент, 12 августа в 19:00, одновременно с первыми аккордами Макаревича, украинская армия начала интенсивный обстрел городов на юго-востоке. В одном только Луганске 3 человека погибли и 28 получили ранения. От поселка Степановка осталась только точка на карте. Физически этого населенного пункта теперь не существует. Все дома сравняли с землей. Погибших, родственники и просто неравнодушные люди хоронили прямо во дворах. А в 60 километрах от кровавой бойни каратели рукоплескали своему кумиру. Вот, знаете, это бутерброд лжи. То есть дают кадры, которые действительно были, и дают комментарий, который не соответствует действительности. Вы же поняли основную мысль. В то время, как украинские каратели расстреливают мирные города, Макаревич дает концерт. Но давайте посмотрим это видео еще раз. Именно в этот момент... Обратите внимание, что там, где поет Макаревич, уже темно. А там, где якобы расстреливают мирные города, именно в этот момент, как сказал журналист, почему-то солнечный день. При этом Макаревич, если верить сюжету, находится всего в 60 километрах. То есть именно то, что взяли за основу журналисты НТВ, ложь. Никакой бойни во время концерта не было. Дело не только в том, что Макаревич пел вечером, а стрельба на видео днем. 12 августа 2014 года не было никакого расстрела городов украинской армии. А в этом фрагменте лживый каждый кадр. Вот доказательства. Помните эти пушки? Смотрите внимательно. По многочисленным заявкам. На самом деле это боевики. Артиллерийское подразделение сепаратистов «Боевые бобры» стреляет по позициям украинцев. Вот, это укропом. А вот и тот самый кадр. Смотрите. Вот что сделали на НТВ. Узнали? Именно в этот момент, 12 августа в 19:00, одновременно... Теперь самолет. Он настоящий и украинский, но стреляет, конечно же, не по городам и не в августе, а по захватчикам Донецкого аэропорта в мае. Украинская армия начала интенсивный обстрел городов на юго-востоке. Колонна украинской техники оказалась тоже не украинской. Мы всего лишь немного продлили этот кадр, и вот что увидели. Это боевики.
парень с георгиевской ленточкой, все из того же сепаратистского подразделения боевых бобров. Град тоже не украинский. Вот он за 3 минуты до залпа. Сейчас наши укропские товарищи превратятся в шашлыки. Давай, привет передай укропам. От поселка Степановка осталась только точка на карте. Пожалуй, стоит добавить и то, что упомянутый российским журналистом поселок Степановка в день концерта Макаревича уже не существовал. Его стерли с лица земли боевики. 11 августа они пытались выбить оттуда украинских военных, уничтожив Степановку огнем реактивной артиллерии. Вот сами же боевики хвастаются тем, что они сделали с украинским селом. Раздолбили мы вашу армию. Бой был недолгий. Ваши сыновья здесь. Все легли, все буквально. Вот. Это можно заметить только когда вот так вот несколько раз просмотришь. А когда все в темпе, телевидение не дает же возможности, тем более новостное, быстрое. Оно не дает возможности вернуться к тому и осмыслить. По нашей просьбе невролог Татьяна Майкова участвует в небольшом эксперименте. Система зараз працює і дозволить нам це зробити. Отже, вам 30 років? Ні. Ви мешкаєте в Києві? Ні. У вас є вища освіта? Ні. Сейчас вона пытается обмануть детектор лжи. А именно, она отвечает на вопросы, совершенно их не слушая. Полностью абстрагировавшись от смысла, доктор Майкова наугад говорит «да» или «нет». У вас синий колер очей? Да. Таким образом, мы хотим проверить вот что. Правда ли, что человеческий мозг распознает ложь гораздо лучше, чем мы думаем? И зачастую мы верим в обман лишь потому, что сами это выбираем. Сейчас увидим. Вы проживаете в Украине? Да. У вас светлый колер волос? Нет. Вся частина теста, Татьяна Маковина. Тест проводит один из авторитетнейших полиграфологов Европы, Андрей Волок. Красиво, молодец. Угу. Дуже цікаво, молодец. Дуже цікаво, Татьяна Маковина. После теста Татьяна даже не может воспроизвести по памяти порядок вопросов, которые ей задавали. И она не помнит, что именно на них отвечала. Это важно. И вот как реагировал мозг. У вас есть вещи освіта? Це я пам'ятаю, Татьяна Михайловна сказала ні. И что в цьому випадку відбулося навіть через серцево-судинну систему? Ви бачите, вразлива, дуже вражаюча дуга. Прогін дуже великий. Особенно интересна реакция в те моменты, когда ответы Татьяны оказались ложью. Вот они. Вы мешкаете в Киеве? Татьяна Миколаевна сказала «ні». 1,8-1,9 секунды, только тогда Татьяна Миколаевна реагировала. Эти графики следует понимать так. Татьяна совершенно спокойна, пока слушает вопрос и в момент, когда отвечает. Но через секунду после лжи мозг осознает, что был дан неправдивый ответ. И у человека мгновенно меняется давление, частота сердцебиения, частота дыхания и даже гальваническое сопротивление кожи. То есть неважно, слушает человек или нет, он слышит. И если мозг фиксирует ложь, реагирует так, словно внутри сработал сигнал тревоги. Вы проживаете в Украине? Нет. Он пытается это сопоставить с теми алгоритмами, которые заложены в его мозге как память. Если они совпадают, он будет считать, что это правда. Если не совпадают, будет считать, что ложь. Совесть – это вот тот алгоритм правды, который заложен в нас воспитанием. Один единственный концерт с политически выверенным... Следовательно, зрители этого телесюжета тоже видели те нестыковки, на которые обратили внимание мы. И всякий раз их совесть била тревогу, фиксируя неправду. Но они предпочли ее не заметить. Просто человек из этого противоречия выбирает то, что ему больше подходит. А что значит подходит в данной ситуации? Ну, то, с чем ему легче смириться. Буквально сознательное решение? То, что легче, да. Как с шаром? То, что приятнее, да. Да.
то, что не будет создавать проблем. Значит, они виноваты в том, что они верят в эту чушь? Ну, в общем, общество виновато, понимаете? И каждый отдельно. Общество — это никто. Каждый отдельно. Каждый из тех, кто живет в этом обществе. Какого цвета шар на столе перед вами? Можно ответить, да? Да. Черный. 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 Ясно. Здесь то же самое. Думаете, эти люди и в самом деле не могут отличить черное от белого? Могут. Их мозг знает, что шар белый и никакой другой. Их алгоритм правды под названием «совесть» бьет тревогу. Смотрите, неправдивый ответ дается им непросто. И тем не менее, они выбирают ответ «черный». Черный. Отлично! Похлопайте сами себе, послушайте, 7 из 7. Они понимали, что шар белый? Нет. Думаете, нет? Нет. Их сознание считало, что шар черный. А вот как раз подсознание прекрасно понимало, что шар белый. А почему сознание считало, что шар черный? Оно предпочло воспользоваться другим источником информации? А сознание воспользовалось просто источником информации от большинства. А, то есть это не то, что они прям увидели, что он черный. Они проанализировали и решили, наверное, глазам надо не доверять. Это же закон. Нас же, вы поймите, когда мы там становимся людьми, да, то заметьте, что люди считают, что вот если большинство людей считает так, то это правильное мнение. Нас так воспитывают. Вот посмотри, все же это делают, да, значит, и ты должен это делать. Но так же воспитывают детей. На площади собралась женщина. Вот почему думать, как все, легко. Это привычка с детства. Когда со всех телеэкранов в России трубят, что в Украине фашизм, поверить в распятого мальчика – значит думать, как все. И вот это все на маминых глазах. Маму держали, и мама смотрела. Вот это все. На самом деле, если вы чувствуете, что взрываетесь от возмущения, и вам хочется воскликнуть «Да как же это?», нужно насторожиться и задать еще пару вопросов. Например, такой. Где еще свидетели, раз немыслимая расправа произошла на глазах всего города? Где видео, снятое на десятки телефонов? Где интервью других беженцев? Но ваш мозг уже успел представить умирающего ребенка, и праведный гнев лишил вас способности мыслить. Эмоции ослепляют. Именно на эмоциях и на шаблонах воспитания мы решили сыграть в третий день эксперимента, испробовав более мощный метод зомбирования. Результат поражает. Из 8 людей среднего уровня внушаемости нам удалось зазомбировать 6. Хотите знать, что за шаблоны воспитания играют в вас роль мины замедленного действия? Хотите увидеть, насколько тяжело преодолеть такое воздействие? Смотрите. Вот этот мужчина – один из тех особенных людей, у которых хватило сил написать в тесте с салфетками, что никакого аромата там нет и в помине. Напомним, мы просили определить, какая из двух салфеток пахнет духами, хотя не пахла ни одна. И 75 человек из 80 умудрились услышать запах там, где его никогда нет. Но он сумел противостоять. Что ж, посмотрим, сумеет ли он сопротивляться тому, что заложено в него с детства. Я прошу всех сотрудников поприветствовать. У нас сегодня лучший результат. Группа номер 3 показала результат. Аплодисменты предназначены еще одной группе подставных. Их задача — сыграть некую предыдущую команду, закончившую тест. Наша задача — сделать из них героев, которых приветствуют, словно людей, высадившихся на Марсе. При этом мнимый израильский ученый говорит загадочную фразу «6 из 7». 6 из 7. Мы первые достигли такого результата за... Понятно только то, что это совершенно замечательный результат. Все остальное наш испытуемый додумает себе сам. Образ героев таким и должен быть. Загадочным, но очень почетным. Казалось бы, что значат просто аплодисменты незнакомых людей?
Тем более аплодисменты непонятно за что. Но это и есть та мина замедленного действия, заложенная с детства. Вдумайтесь, вся система образования построена на оценках и стремлении стать отличником. А специально для взрослых придумали медали и героев. Имело значение то, что мы героизировали образ правильно ответивших этими аплодисментами? Да, конечно. Конечно, человеку свойственно подсоединяться к успешным. Быть неуспешным, быть больным, быть несчастным – это нехорошо. Нет ни малейшего сомнения, что наш испытуемый подсознательно уже очень хочет заслужить таких же аплодисментов. Мне очень хочется, чтобы вот у нас сегодня было 6 из 7. Мне очень хочется добиться, чтобы какая-то группа достигла результата, когда 7 человек отвечают правильно на вопрос. Когда вся команда... Это называется установка. И поскольку испытуемый будет отвечать последним, именно от него будет зависеть, удастся ли всей группе побить наделавший столько шума рекорд 6 из 7. В общем, для меня это очень важно. Вы сейчас все поймете. Вот что мы делаем. Ничего не объясняю. Ничего не спрашивайте. Заметьте, испытуемому будет совершенно непонятно, что именно делают остальные и почему в итоге называют белый шар черным. Оксана, вопрос, который я задаю вам, на который вы мне прямо сейчас не отвечаете, а только подтверждаете, что вы меня услышали, он такой. Какого цвета шар на столе перед вами? Вы меня сейчас услышали? Вы поняли все слова? Все это намеренно. Любой подвиг становится мифом. Считается, что героический поступок всегда следствие чрезвычайных стараний, невероятной отваги, несгибаемой воли, удивительной выносливости. Точно так же и наши подставные изображают некие невероятные усилия. Черный, 55 секунд, хорошо. Таким образом, мы четко показываем испытуемому. Если у тебя не получится, ты плохо старался. Черный. 22. Черный. Черный. Он черный. А теперь представьте, что чувствует этот человек. Он хочет заслужить уважение других. Он боится подвести коллектив, поскольку на него все надеются. Александр. Я уже так долго смотрел, я уже поднимается снизу и становится черный. Я вижу, вот я вам скажу за 10 секунд. И давайте он понимает, что итак, если не получится, все подумают, что он не старался. Какого цвета шар на столе перед вами? Черный. 5 секунд. Вот вам и рецепт зомбирования. 45 минут общения, и вам уже не все равно, что о вас думают незнакомцы. А если вы крепкий орешек, нужно просто посулить вам уважение и почет. Для этого и придумали давать героям медали, чтобы влиять на остальных. А теперь задумайтесь, только 40% киевлян имеют уровень внушаемости ниже, чем у Александра. Остальные, 2/3, на его месте тоже сказали бы «шар черный». Эмоции всегда идут впереди логики. В начале эмоций, только потом будет осмышление. Все остальное просто доиграло вслед его эмоций. И то, что он выстраивал действительно вот эту форму защиты, он же не обозначил его черным цветом, он начал его закрашивать это. То есть вступил вот этот, вот эти отношения с собой. Мозг-то через глаза, мозг не поражен, мозг здоров, слава богу, воспринимает белый шар белым, но кора сознания начинает растворяться в этом коллективном, сознательном и бессознательном и создавать конформность. Это конфликт. Конфликт как можно? Ну, слегка серый, да, по-видимому, вот заливает. Или нет, даже центр черный, а там, может, что-то где-то болеет. Ну, согласен, черный. Мозг принял объект таким, каким он есть, белым. Шар был белым, это принял мозг. А другое дело, что сознание сыграло с ним злую шутку. Внимание, приготовились. Какого цвета шары перед вами? Злая шутка сознания. Без нее мы никогда в жизни не смогли бы зазомбировать вот эту женщину. Елена, какого цвета шары перед вами? Тречёный. Хорошо. Знаете, кем она работает? А вы не учительница? Юрист.
Мало того, что юристы, по ее словам, работала в МВД, на нее совершенно не производит впечатление наша группа. Она сдержана и отстранена. С какой стати ей идти на поводу наших подставных, когда дело дойдет до белого шара? Елена, какого цвета шары перед вами? Два черных. Хорошо. Я прошу прощения. Вот что мы решили сделать, когда увидели, что на этапе подготовки наша технология зомбирования не срабатывает. Представляем вам новый рецепт зомбирования, еще более мощный. Рома, это к чертовой матери вообще не годится никуда. Здравствуйте, извините. Я могу тебе дать аж 20 минут, дорогой мой, максимум, со всеми твоими техниками. Значит, еще не все украинское исчезло. Мы создаем атмосферу напряженности вокруг нашей группы. Подставные всячески отмечают неуют внешнего мира. Ну, судя по тому, с каким лицом он прошел. Наверное, я так понял, что Христонов ставит всем и нашим, и не нашим. Это уже начинает страшно. Заметьте, при этом они шутят и смеются, создавая теплую и безопасную обстановку внутри группы. Пожар. Пожар, предупредите нас. Вы хоть говорите нам. Все дело в том, что злую шутку, о которой говорил доктор Чебан, с человечеством сыграла природа. Вы шутите, должно быть, а? Бегом, просто... Извините, пожалуйста, сейчас все будет сделано. Просто я хочу, чтобы вы летали здесь низко. И случилось это еще в доисторические времена. Человек объединялся, чтобы выжить. Вот и сейчас уютная атмосфера в группе сродни теплу костра посреди опасной доисторической пустоши. Знаете, сколько процентов киевлян более стойкие к воздействию, чем Елена? Всего 18. Остальные поддались бы так же легко. А теперь вдумайтесь, ей не помогли ни опыт, ни возраст, ни знания. В незнакомой и тревожной обстановке большинство людей, подчиняясь древним инстинктам, отказываются от собственного «я», признавая власть большинства. Будем быстро очень все делать. Мне нужны очень четкое выполнение инструкции. Смотрите, фальшивый израильский ученый не шутит и не улыбается. И группа остается единственным островком безопасности для Елены. Елена, какого цвета шар перед вами? Черный. Возможно, вы удивитесь, но точно так же работает бесконечный поток плохих новостей по телевизору. И чем они страшнее, тем меньше людей будут готовы идти против мнения большинства. Первая новость отрицательная, эмоционально отрицательная. Вторая отрицательная. Десятая отрицательная. Двадцатая новость отрицательная. 21-я. Как бы положительно отрицательно, потому что землетрясение не в Украине, а где-то далеко. Ох, фу, хоть это не у нас и так далее. Это что? Это поднятие уровня социальной тревоги. И на что это влияет? Это влияет на то, что я буду искать информацию. Я должен свою тревогу перевести в что-то, в действие. Вот человек постоянно ищет информацию для того, чтобы перевести. Вот на этом уровне и его можно влиять на его сознание. Потому что здесь тематически подобранная информация, да эмоционально заряженная, да с большой головы, которая выкрикивает эту информацию, я утрирую, чтобы было понятно, что происходит с тем же телевидением, очень легко закладывает любые идеи в человеческую голову. И он не критично воспринимает? Он начинает действовать. Но вот когда телевизор просто работает, и я просто живу рядом с работающим телевизором, вроде как я понятия не имею, что он мне там в голову вкладывает, и именно поэтому 100%... Но оно все вкладывается. Все антенны включены. Антенна не может не принимать информацию. Это ее предназначение. И только когда вы засыпаете, эти антенны выключаются. Ну, то есть они переходят на другой уровень функционирования. Поэтому даже если вы смотрите там какую-то передачу, которая вас не интересует, но вы все равно смотрите на экран, все то, что там, все равно попадает все к вам по вашим антеннам внутрь мозга. Или, может, слышу? Слышу, вижу, ощущаю. То есть вы этого не осознаете. Но оно осталось у вас там все. А буду я потом, не осознавая этого, этим пользоваться, без сомнений. То есть это превращается в тот самый опыт, с которым я все потом сравниваю? Да.
Хотите увидеть, как именно влияет на вас работающий телевизор, который вы как бы не смотрите? Не смотрите, но все слышите и что-то, конечно, видите. Любое слово, которое слышит человек, неизбежно вызывает в мозгу автоматический процесс создания ассоциаций. То есть вы слышите слово «Украина», и происходит примерно вот что. Национальная академия наук Украины. Там по суду начался процесс банкротства единственной в стране... Ласкаво просто. Затем вы слышите по телевизору «Украина» в другом контексте. Вот таком. На просторах Украины вновь ловят фрицев. Взяты четверо офицеров Бундесвера. Немецкие разведчики под прикрытием ОБСЕ... Вы можете не слушать, но ваш мозг все равно слышит. А значит, вот такая картинка в памяти теперь связана со словом «Украина». Вы этого не знаете, но когда в следующий раз вы услышите слово «Украина», ваша цепь ассоциаций изменится и станет такой. Словно кто-то незаметно от вас подменил файлы в вашей голове и тайно засунул в папку с названием «Украина» новые ассоциации. Теперь словосочетание «украинские каратели» уже не будет казаться вам таким бредовым. Почему? Потому что телевизор подменил вам ассоциации. И для мозга это словосочетание выглядит уже не как ложь. Оно выглядит как правда. А что плохого в том, чтобы всегда поступать как большинство? Это же значит, опробованный опыт, очевидное для большинства решение, оно, скорее всего, правильное. Нет. Опыт большинства всегда неправильный. В 100%. Сейчас мы проведем еще один мини-эксперимент, чтобы проверить это неожиданное предположение. Как же возможно, чтобы большинство всегда ошибалось? Как это может быть? Ну, так. Ну, почему? Как? Ну, потому что если вы возьмете 100 человек, то из них только 7% будут, ну, скажем, способными, умными. Кто-то будет, может быть, и гениальный. Так. Большинство будет обычными людьми, там, со средними способностями, без заявок на какое-то творчество или креативность. А 7% будут просто идиотами. Сидит 100 человек. Я покажу им стакан с водой и спрошу, что это. Большинство скажет стакан с водой. Они что, не правы? Правы. Почему же они ответили? Ну, это слишком очевидные вещи, это не эксперимент. Простая задача. Конечно. Вот он, слишком сложный вопрос для большинства. Что будет, если убрать сейчас ладонь из-под стакана с водой? Вода выльется? Мы задали этот вопрос студентам, поместив его в анкету. Среди вариантов был ответ «вода останется в стакане». И его выбрали несколько студентов. Останется в стакане. Кто считает? Останется в стакане. Кто считает, что выльется? Но, конечно же, ответ большинства такой. Ничего не лист бумаги упадет, вода выльется. Вот так лист. Неужели нет, большинство и впрямь ошибается? Вот изначально будет. Там 5, но остановимся в 2. Изначально моя рука. Да. А потом ничего. А зачем я вам это показываю? Сейчас я вам скажу. Кто из вас на физмате учится? Никого. А чего у вас должно быть большинство? Не должно быть здесь физиков большинство. Так в любом обществе. Из вас пару будет музыкантов, да? Кто-то знаком с парикмахерским искусством, кто-то учится на филологии. Но чтобы большинство из вас оказалось специалистом в каком-то вопросе, это какая-то редкость. Вы не должны были ответить правильно. Мало того, я приготовился к тому, что а вдруг здесь будет большинство физиков, и они мне скажут, да без проблем, все будет сейчас хорошо. Тогда, ой, мы говорим, не получилось, потому что все зависит от площади листочка и от площади сечения стакана. Если площадь сильно большая, я все равно вас обману, потому что надо очень хорошо знать этот вопрос, чтобы мне сказать, ой, Иларион, у вас листик А4, это слишком большой листик для такого сечения стакана, возьмите в 3 раза меньше. Большинство всегда ошибается, как только задача выше, чем средний уровень. Как ваши дела? Жив. Хорошо. Сейчас несколько вопросов в коротком интервью, и мы вас отпустим. Настроение? Как ваше настроение? Настроение бодрое. Хорошо. Настороженное.
Ну, есть немножко. Интересно, что скажут те, кто подчинился большинству и назвал белый шар черным, если увидят себя со стороны? Помните Кирилла? Мы убедили его, что группа подставных умнее, чем он. А Александр стал жертвой еще более мощного способа зомбирования, когда вокруг некоего правильного ответа мы создали ауру геройского поступка. Оксана? Да? Какого цвета шары перед вами? Все три черные. Евгения, какого цвета шары перед вами? Черные три шара. Ваше время пусть идет столько, сколько нужно. Черный. Минута 12. Сейчас черная. Да, хорошо. Возьмите, пожалуйста, в руки максимально быстро любой черный шар. Хорошо. Александр. Я уже так долго смотрел, я уже поднимается снизу и становится черный. Этот какой? Да, черный. Хорошо, а этот? Белый. Браво, молодцы. Какого цвета шар, Кирилл? Сейчас? Да. Какой из них? Хорошо, там был белый шар. Я знаю. Что с вашей группой произошло? Что именно произошло? Что черное сказали? Или что? Вообще, что там происходит? Вы что, не отличаете белое от черного? Белый, я видел белый. А, вы видели, что он белый? Ну, видел. Все время? Вам честно сказать, да, или нет? Все время. Вы обманывали нас? Все черные говорили. Ладно, я вам сейчас что-то тоже расскажу. Мы тоже обманывали вас. Я не Арон Маркович. Я не профессор из Израиля. Института Махон-Лихакеха Моах не существует. В Иерусалиме так точно. Я журналист и документалист. Меня зовут Иларион Павлюк. А это своего рода роль, потому что вы приняли участие в одном очень интересном психологическом эксперименте. Какие были у вас мысли по этому поводу? У меня были мысли, что это странно. Так. Потому что фактически белый, я не сосредотачивался на нем. И она смотрит и говорит через некоторое время черный. Мне показалось это странным. Хорошо. И все говорят черный. И если эта группа так, но я так долго на него смотрел, что мне действительно казалось, что начиная снизу, он так вот равномерно, сфера покрывается темным. Понимаете? Но сейчас я смотрю, что на вас этот просмотр повлиял, и вы избегаете слова черный. Почему? Вы говорите темный. Не, ну, потому что все говорили черный. Я вам скажу, как это эффект толпы стадной. Я тоже сказал черный. Я хотел говорить, что начинает серым покрываться постепенно. Но я поддался этому и не хотел испортить картину общую. Вот они отвечают, мы же видели по вашему лицу, как у вас сначала было удивление. Ну, удивление, что они такое говорят, конечно. А потом вы, человеки на четвертом, загнали его куда-то вглубь, и ваше лицо стало беспристрастным. Надо было как-то это лицо сделать просто. Зачем? Или мне надо было показывать свои эмоции, что они, ну, обманывают. Не знаю. Надо было скрыть свой обман. Я его скрыл, попробовал, по крайней мере. Зачем? Не знаю. Эта история об этом умолчит. Что это было, я так и не понял. Какой был самый тяжелый момент психологически? Обмана. Что я обманул? Вы не верили, что он черный, правда? Какой он черный? Он там, походу, такой белый, что как снег бывает. Черный. Просто когда все начали говорить черный, ну я же говорю, я так... Черный, черный. Вы хорошо помните день, когда вы проходили у нас тест, где вы были в клетчатых костюмах? А с этой женщиной вы пока не знакомы. Мы испробовали на ней самый сильный способ зомбирования. Метод, который ломает психику человека, не оставляя шанса для сопротивления. Это подметил еще американский психолог Филипп Зимбардо. Легче всего управлять теми, кто унижен. А унизить человека очень легко при помощи одежды. Тарас, переодевайте девушек. Она должна быть нелепой. Быстрее начнем, быстрее закончим. Важная деталь, подмеченная Зимбардо, нужно снять с испытуемого белье,
Без него он почувствует себя беззащитным. В реальной жизни, точно так же, как отсутствие белья в нашем эксперименте, на человека влияет, вы удивитесь, неуверенность в завтрашнем дне. Вы же помните, 45 минут после знакомства, и каждый третий уже готов изменить убеждением, чтобы не выглядеть глупо в глазах остальных. Более сильные покупаются, если добавить сюда аплодисменты, то есть почет и уважение все тех же незнакомцев. И почти совсем не оставляет шансов сопротивляться толпе постоянное чувство тревоги. Прибавьте к этому неуверенность в завтрашнем дне, и перед вами гарантированный способ лишить своего «я» практически любого. Черный. Евгения, какого цвета шар? Черный. Автандил, какого цвета шар? Черный. Антон, какого цвета шар? Черный. Ирина, какого цвета шар? Черный. Федор, какого цвета шар? Черный. Мария, какого цвета шар? Черный. Да, ни секунды сомнений. Ловите его рукой. Это работает. Если люди пережили вместе некое унижение, это сближает на подсознательном уровне. Скажите, пожалуйста, эти шары одного цвета? Да. Хорошо. Мало кто будет способен отколоться, а уж тем более пойти против своих. Это подставка. Черный. Хорошо. Какого цвета шары? Ну, конечно, черный и белый. Почему вы ответили черный? Ну, потому что есть такой, ну, как бы мы до этого разговаривали, почему нам дали такие костюмы. И мы подумали, что это какой-то эксперимент, вот, который воздействие на, как бы, на психику через вот эти квадратики. Вам шары казались черными? Да. 100%? Да. Хорошо. Меня не зовут Арон Маркович. Меня зовут Иларион Павлович. Итак, это психологический эксперимент. А что вы чувствовали в момент, когда Оксана первая говорит на три шара, все три черные, а вы же видите, что один белый? Ну, конечно. И что вы чувствуете? Ну, когда они все начали это говорить, вот, конечно, я сомневалась. Вот, но это, наверное, это чисто влияние коллектива. И очень мощное, не сомневайтесь. Вам... Не, просто как бы, если бы было бы два, которые бы сказали бы, если бы хотя бы один был человек, который сказал «нет», я бы это, наверное, подумала. Вот. А так как и шесть человек, то есть достаточно много против, ну, как бы не против одного, а шесть и один, да? Вот. И они все абсолютно уверенно это говорили, вот, я думаю, что да, это сыграло свою роль. Какого цвета шары перед вами? Три черных. Евгения, какого цвета шары перед вами? Когда психологи оценивают феномен всенародной истерии в нацистской Германии, они отмечают, что общенациональное унижение после проигрыша в Первой мировой сыграло именно такую роковую роль. Ян, какого цвета шары перед вами? Три черных. Вот, а хорошо. Что если выбрать самых внушаемых людей и этот самый мощный способ воздействия использовать на них, но при этом дать им противоядие? Два черных. Сделает ли оно слабых сильными? Сейчас вы все поймете. Черный. Хорошо. Итак, то же самое. Елена, наш чемпион по внушаемости. Самый высокий балл в анкете и невероятно сильная подверженность чужому воздействию. Трусит сильно. Переживает, да. И я убираю свои руки. Спасибо большое. Александр отличился в тесте с салфетками. Утверждал, что даже через конверт определил салфетку, пахнущую парфюмом, выбирая из двух одинаково непахнущих. Мы сделаем с ними все то же, что и с предыдущими испытуемыми. Даже больше. Все, проходите, пожалуйста. Каждый из них в нелепом одеянии окажется в комнате, где будет полно обычно одетых людей. Держитесь, Александр. Здесь, спасибо. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь вот на то место. Это Елена. Мы будем тестировать паранормальные способности, которые, скорее всего, есть у Елены и, возможно, оказывается, у кого-то из вас. После такого они, и без того внушаемые, будут совершенно беззащитны перед нашим воздействием. Но вот дальше... Дальше мы убедим их, что они талантливы. И талант этот уникальный. Я сейчас попрошу всех вас пройти один и тот же тест. Как вы поняли, у нас здесь Елена, она тестируется как бы отдельно. Мы полагаем, что у нее больше всего шансов здесь. Но попытаться я попрошу вас всех.
Вам надо представлять, как будто вы пальцами подтягиваете... На этот раз задание необычное. Сдвинуть стальной шар силой мысли. Ни много, ни мало. Будете делать это строго по одному. Всего лишь 20 секунд, 30, простите, на то, чтобы это получилось или не получилось. Так, еще. Сильнее, максимальные усилия. Хорошо, максимальные усилия. Мы все больше рассчитали. Больше, система управляемых хорошо, электромагнитов больше, позволяет больше, сделать движение металлического шара довольно реалистичнее. Еще. Пошел. Не бросайте его. Испытуемые верят на 100%. От волнения у них даже повышается давление. И вот что интересно. Еще 5 минут назад эти люди были очень внушаемыми, максимально подверженными влиянию, потенциальными зомби. Но нам удалось заставить их поверить в свою уникальность, в свой талант. И вот результат. Два черных посередине белый. Черный-белый. Два черных, один белый. Как это? Остальные не задумывались ни секунды. Мария, какого цвета шар? Черный. Ян, какого цвета шар? Черный. А эти люди еще более внушаемые. У меня белый и черный. Что такое? Какой из них белый? Справа белый, слева черный. Этот белый? Откуда черный. У них силы противостоять? Какого цвета шары перед вами? Черный, белый. Хорошо. Черный. Все дело в их новом таланте. Сейчас они верят в свою уникальность. Черный. Кем бы ни считали себя еще сегодня утром. Александр, какого цвета шар? У меня так же, как и в прошлый раз. Только не пойму, что за игра. Если я должен сказать на белое и черное, то в жизни я могу сказать здесь, но в жизни я такое не скажу. Это белый шар, есть белый шар. Ну, я вижу белый. Я не спрашиваю, что вы видите. Какого цвета этот шар на самом деле? Ну, наверное, черный, если все говорят. Ваш ответ черный. Ну, наверное, да. Но он белый. Человека, который верит в себя, подчинить толпе гораздо сложнее. Что вы не возьмете, я все время буду возражать. Да, пожалуйста. Ну, потому что буквально поэтапно. Что такое человек талантлив? То есть у него, извините за этот термин, выпячивание в чем-то. Да. Значит, у него есть нарциссические вещи. Не факт. Нет. Он должен свой талант где-то реализовать. Да. Это свойственно. Я не говорю о патологическом нарциссизме. То есть он талант где-то проявляет, кто-то ему делает... Кто-то говорит, ай, молодец. Кто-то говорит, гениально или еще что-то. Например, да. Да что угодно. Это приятно? Да. Но мы говорим о нарциссизме. То есть мы ловим человека за любые его слабости? За любые, за положительные свойства точно так же ловится. Поэтому, да, я понимаю, неприятно это слышать, что человек, ну, такие люди, они уязвимы, они значительно более серо-голубые, чем мы думаем, а не белые или черные. Доктор Чабан, конечно же, прав. Но посмотрите внимательно на этих людей. Какого цвета шары перед вами? Все три черные. Благодаря их ответам мы все-таки нашли противоядие. Именно их позиция оказалась невероятно сильной. Три черных. Автандил, какого цвета шары перед вами? Три черных шара. А знаете почему? Какого цвета? Как ни странно, благодаря сомнениям. Ирина, какого цвета шары перед вами? Три черных. Как вы думаете, какого он цвета на самом деле? Думать то, что как если по логике все видят черные, то я уже как бы себе начинаю сомневаться, но реально я же не играю, там какие-то игры пришел здесь, просто повыпендриваться. Я реально вижу белый шар, 100%. Людмила, какого цвета шар? Белый. Вы видите этот шар как белый? Я вижу шар, и перед собой белый. Как вам кажется, какого цвета он на самом деле? Белый.
Как вы думаете, кто ошибается? Может, и я ошибаюсь. Да я вижу белый шар. 6 человек, которые считают, что вот этот шар черный. А я черный, не имею права людей вообще судить. Или да, вы да. считаете, что он белый? Кто ошибается? Они ставят их там как бы вот видение. Вот реально там 6 человек видят одно, я вижу там другое. 100%. Дайте четкий ответ. Вы думаете, что он? Белый. Белый? Да. Хорошо. Какое заключение вы делаете для себя? Ну, значит, у меня что-то, какой-то сбой там. Я, вот реально, я просто вижу белый цвет, хотя я различаю все цвета вокруг. Мы должны зафиксировать сейчас. Вы считаете, что ошиблись вы? Или вы считаете, что ошиблись вы? Ладно, я ошибся. Все, я ошибся. He says he's mistaken. Пусть будет так, но... Хорошо. Я вижу то, что вижу. Почему? 6 человек считают по-другому. Не знаю, извините. Кто ошибается из вас, по вашему мнению? Я не знаю, это мое личное мнение. Нет, конечно, но у этого предмета есть один цвет. И дальше вопрос восприятия. К какому мнению вы склоняетесь в отношении того, кто ошибается? Допускаете ли вы возможность, что ошибаетесь скорее вы, или что скорее ошибаются 6 человек, которые видят его другого цвета? Я вижу его белым, говорю, что это белый. Вы заметили? Они не исключают, что ошибаются. А если человек сомневается, он ищет доказательства. И пока не найдет, не откажется от того, во что верит. То есть белое черным он не назовет никогда. Да, это сильная позиция, потому что человек амортизировал всю эту ситуацию. Он из группы не обидел, что вы все болваны и не видите очевидного, и он сделал для себя уступку. То есть я вас не обижаю, возможно, вы где-то оптика, другой взгляд с другого стороны, но в то же время я имею возможность еще подумать, договориться и так далее. Это более сильная позиция, поэтому эти люди, они будут искать дополнительную информацию. Человек, который заявил категорически или черное, или белое, уже дополнительной информации не ищет. Он принял единозначное решение. Мгновенно растворился в группе или мгновенно поставил блок. И эта, и вторая позиция достаточно уязвима. И там, и другому можно переубедить человека. Человек, который сомневается, ну не то, что толерантен. Он более толерантен для себя. Значит, толерантность – это противоядие? Да, конечно. О, это дает надежду. Об украинцах говорят, что они толерантны. Это правда. Это правда. Альтруизм у украинцев очень выражен. Мы действительно, и тем более ситуация, которая порождает, провоцирует вот отношения между людьми, еще больше показывает, насколько украинцы альтруистичны. Елена, вы хотите увидеть этот шар здесь, на этом столе, в другом освещении? Хочу. Правда? Да, потому что мне очень интересно. Черный. Так, черный. А там белый, я не вижу. Подставка белая с серым. А почему же я такая? Сказать почему? Почему, скажите мне, ну реально белый, как ваш халат. У вас есть очень хорошее качество. У вас оправа была черная, а тут белая была, четко было видно белое. Ну реально белое, ну, у вас есть очень хорошее качество, вы не подвержены влиянию толпы. Я показывал вам не этот шар, я показывал вам белый шар. Это белый был? Так, это был белый, конечно. Так это правы. Я видела белый. Конечно. Это я видела белый. Так это я. Конечно. Дайте белый шар. Give me please the white ball. Реально белый. Реально. Конечно, он был белый. Вы были абсолютно реально правы. Реально белый. Конечно. Реально. И это очень хорошо, потому что... Да, но вы способны отстаивать свою точку зрения, несмотря на массированный прессинг со стороны. Честно? Белый? Да. Все-таки я был белый. Вот. Я была уверена, но не может быть. Хорошо, что вы...